Вручение аттестата – это всегда немного грустное и волнующее событие для детей, родителей, педагогов учреждения. Торжественное мероприятие в этом году было организовано с соблюдением всех мер безопасности. В связи с ограничением массовых мероприятий выпускники пришли на вручение мини-группами. Поздравления и напутственные слова звучали от директоров школ. Школа закончилась, впереди у вас очень важные такие моменты. Это поступление в учебное заведение. Я желаю вам успешно выбрать свой дальнейший путь, сделать правильный выбор будущей профессии. Я желаю вам успешно получить образование, устроиться на работу, создать семью, родить детей и через лет так 10-11, вернувшись в Белоярский, привести детей обратно в первую школу. Каждому ученику было уделено особое внимание, ведь аттестат – это результат большого пути выпускника и его билет для поступления в высшее учебное учреждение. Минута торжества вспоминались учителя, родители и будничные школьные дни. Во-первых, хотел бы поблагодарить директора и весь педагогический состав за то, что обеспечили условия для хорошего обучения. Именно благодаря им я и выпускаюсь из 11 класса, и все мои одноклассники тоже. Беру с собой знания верных товарищей, не только в лице одноклассников, но и в лице учителей тоже. В эти дни во всех школах Белоярского вручают аттестаты о среднем общем образовании выпускникам 11 классов. Всего их 165 человек. Позднее будут объявлены обладатели медалей за успехи в обучении регионального и федерального значения. Вручение аттестатов медалистам пройдет после получения результатов ЕГЭ по предметам по выбору.